Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Любые изменения в конструкции авто должны официально регистрироваться в уполномоченной организации. Такая норма содержится в пакете поправок, подготовленном Минпромторгом. Речь идет, к примеру, об установке автосигнализации, антенны, багажника, рейлингов, изменении диаметра колес и так далее. Так что, если инициатива пройдет, нашему брату придется несладко. Также ведомство по-прежнему настаивает на запрете использования подержанных запчастей при ремонте некоторых автомобильных систем, к примеру, тормозной и рулевого управления. Трасса 101. Госдуме рекомендовано одобрить в первом чтении законопроект, позволяющий сотрудникам полиции вскрывать автомобили. Делать это можно будет, если жизнь гражданина находится под угрозой, если надо предотвратить преступление или обеспечить безопасность в условиях ЧП. При соблюдении этих условий стражи порядка не будут нести ответственности за поврежденное имущество. Единственное, что им нужно будет сделать, разыскать собственника в течение суток. Трасса 101. Рекордсменом по росту стоимости в этом году среди новых легковых авто стал «Шкода Кодиак». Он прибавил в цене почти 224 тысячи рублей, сообщает издание «За рулем». Ненамного отстала модель «Рапид» плюс 212 тысяч. У других популярных марок подорожание тоже ощутимо. Ценник Hyundai Solaris увеличился на 115 тысяч, а вот Kia Rio стал дороже на 45 тысяч рублей. Трасса 101. На «АвтоВАЗе» ликование. В октябре компания продала рекордное число новых автомобилей – 37 тысяч штук. Такого показателя автопроизводитель добивался последний раз 6 лет назад. Руководство завода связывает это в том числе с действием программы льготного автокредитования. По-прежнему основной популярностью у россиян пользуется «Гранта». Машина стоит сейчас от 484 тысяч рублей. Далее идут «Веста» и «Ларгус». Минимальный ценник, соответственно, 668 и 646 тысяч рублей. Трасса 101. За рубежом испытали очередной летающий автомобиль. Для полетов у него имеются выдвижные крылья и хвост. Крейсерская скорость достигает 260 км в час. За один раз можно преодолеть 800 км. Разработчики оценивают свое творение в сумму, эквивалентную почти 12 миллионам рублей. По их уверениям, они уже получили более 1000 заказов со всего мира. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.